8 кандидатов от Якутии и 14 партий претендуют на места в парламенте России. 18 сентября в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Знают ли об этом важном событии жители Мирного, узнал Роман Муконин. Отъезд из Мирного в день выборов не помешает гражданам отдать свой голос достойному. Оформить открепительное удостоверение в избирательной комиссии можно уже сегодня. Эта процедура занимает несколько минут. В этом году на один избирательный участок в районе станет больше. Его организуют для нефтяников на производственной площадке в ТАСС-Юряхи. А вот студенты и граждане с временной регистрацией проголосовать как раньше не смогут. По итогам прошлых выборов избирателей было порядка 53 тысяч человек. Сегодня эта цифра несколько меньше. Вот, учитывая, что изменилось несколько законодательства о включении в список студентов, а если, допустим, ранее студенты включались в соответствии с законом, те студенты, которые обучаются по очной форме обучения и зарегистрированы по общежитию учебного заведения, то есть на основании документов, списков, которые предоставляли нам руководители учебных заведений, то сейчас студенты обязаны, так же, вот, как и другие избиратели с временной регистрацией, обязаны написать такое заявление вот не позднее 27 числа. Но чтобы проголосовать, надо хотя бы знать, кого мы выбираем. Как показал наш опрос, о предстоящих в сентябре выборах некоторые даже не слышали. Хотя, признаем, таких меньшинство. Выборы в сентябре месяце, по-моему, 18 сентября, если мне память не изменяет. А выбирают кого? Ну, Государственную Думу, представители власти. Так вы хотите поучаствовать в выборах? В смысле? То дело не в том, что хотите, это надо. У нас же демократическая страна. А как по-другому? Ну, в целом, вы считаете, нужно ли больше как-то информировать вот, людей? Да, я считаю, нужно не то, что больше, а обязательно нужно больше знать, кого мы выбираем и зачем мы выбираем. Это обязательно нужно. Какие выборы будут этой осенью? Нет, не знаю. Да, и даже сроки, не знаете, когда именно будут. 18 сентября граждане России отдадут свои голоса за одну из 14 партий. Также жителям республики надо будет выбрать депутатов в Думу от Якутии, и претендентов на это место 8. Запутаться во всем этом обилии и многообразии легко, поэтому к важному шагу голосования лучше подготовиться заранее. И тогда, может, ваш голос для кого-то станет решающим. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».